Фея знала свое дело и, летая в небесах. Умница, прекрасно. Анастасия Зимина – юная, талантливая девочка. В свои 13 лет она уже успела сняться в кинопроекте, который стал ее дебютом. Артисты признаются, что каждый раз, когда выходят на сцену или оказываются перед камерой, испытывают сильное волнение. И такие моменты надолго остаются в памяти. На самом деле я была переполнена радостью. Я помню, как я шла на съемочную площадку, оборачиваюсь, сзади меня идет оператор, несет камеру, и меня прям переполняли ощущения, потому что сбылась одна моя мечта. Анастасия отметила, что на съемочной площадке царила комфортная и непринужденная атмосфера. Режиссер и актеры поддерживали юную актрису, делились своим опытом и обучали актерским приемам. Сначала, когда мы снимали первую сцену, конечно, были трудности, потому что я волновалась, но с третьего, наверное, дубля у меня прям пропала эмоция волнения, и я, ну, прям легко было работать мне. Несмотря на то, что Анастасия занимается в студии меньше года, на съемочной площадке она чувствовала себя уверенно. Обретению этой уверенности способствуют занятия актерским мастерством, сценической речью, сценическим движением и другими театральными дисциплинами. Художественный руководитель студии Татьяна Прокудина стремится к тому, чтобы каждый ребенок осознал свои возможности и раскрыл потенциал. В современном нашем таком воспитании детей и юношества задача актерского мастерства – это скорее показать ребенку, что это не стыдно фантазировать, отличаться творческой подачей, не стыдно. Название проекта пока остается в тайне до официального выхода в эфир. Мария Синина, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.